Здравствуйте, наши дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы с бабушкой будем делать икру из больших огурцов. Если у вас остались такие крупные переросшие огурцы на огороде после сбора урожая, не беда, можно их не выкидывать. Вот такие вот, да, вот такие вот большие переросшие огурцы, которые уже в них большие семена. У нас были даже еще больше огурцы. Мы их почистили, вот эту вот шкурку, потому что она жесткая. Натерли ложкой, на терке. И убрали, да, ну, порезали вот так пополам. Убрали семечки крупные, натерли на терке. Лук, морковку. Из ингредиентов нам нужно 1,5 килограмма больших огурцов, натертых на терке. 0,5 кило морковки, 0,5 килограмма лука мы вот так вот нарезали кубиками. Еще у нас будет 0,5 кило помидоров. И мы взяли вот такие вот томаты протертые. Можете взять томатную пасту, но мы вот такую вот взяли итальянскую протертые томаты для вкуса. Сейчас мы подогрели уже нашу сковородку и выкладываем лук с морковкой для зажарки. И все это дело обжариваем. Пока у нас будет обжариваться, мы подготовим 0,5 килограмма томатов. Хорошенечко перемешиваем и обжариваем до золотистой корочки. По сезону у каждого остаются переросшие помидоры и переросшие огурцы. И дабы их не выкидывать, можно сделать наикрутейшую икру из переросших огурцов и вот таких вот томатов, которые у нас уже в теплице перезрели. Они вот такие вот мягкие, они для консервации не подойдут, но для икры это будет просто сок. Сейчас мы с бабушкой хотим показать, как мы не будем их резать над дольками, а мы будем натирать на терке их, чтобы не снимать кожуру с них. Сейчас бабушка вам покажет, как. Вот у нас такие вот переросшие огурцы. Вот это вот, видите, помидоры. Они уже... Ой, огурцы, помидоры. Видите, они уже такие вот вялые. И мы сейчас им дадим вторую жизнь. Все, что нам не нравится, мы обрезаем. Берем терочку и вот так вот смело натираем. И вот кожица осталась у вас в руках. Все, кожица на утилизацию. Смотрите, какая красота. Получаются такие вот протертые томаты. Не кочурять с этой, мыть. Конечно, вот обшпаривать кипятком, мясорубку, кожуру или, да, мясорубку грузить. Очень легко и просто, потом терку помыл, и все. Вообще легко и просто. Вот так. А ты можешь прямо их вот так пополам прям разрывать. Вот так. Хватит. Да. Вот. Нам нужно где-то 0,5 кило. Но мы чуть поменьше возьмем томатов, потому что у нас вот так мы хотим добавить вот такие вот протертые томаты. Попробовать. Для вкуса. Вот мы с бабушкой уже сейчас делали салат. Вот видите, такой большой получается. Видите, семена огурцов, все натерто на терке, обжарено. И вот такая вот получается икра из огурчиков и протертых томатов. На вкус просто шикарный. Я, честно, никогда не пробовала. Бабушка вот решила сделать первый год. Но теперь это мы возьмем за традицию и будем каждый год из переросших огурцов делать такие салаты. А до этого мы всегда переросшие огурцы отдавали курам, ну, либо в компост. Ну и вот бабушка придумала давать все-таки вторую жизнь переросшим огурцам. Натерли протертые помидорки. И добавляем вот сюда вот зажарку. Все это дело обжаривать. И хорошенечко все перемешиваем. И еще буквально 5-7 минут обжариваем. После того, как лук с морковкой и протертыми томатами у нас обжарились на сковородке, мы переложили их в большую вот такую вот кастрюлю. И теперь отжимаем огурцы от лишнего сока и вкладываем вот сюда вот в общую кастрюлю уже для тушения. Тушить.
тушить 25 минут. Да, тушить 25 минут. А соль, перец? Добавим соль, перец. Это уже после... Ну, сейчас потушится, мы добавим соль, перец. Ну, минут 10 сейчас потушится. После 10 минут мы вам расскажем, сколько мы соль, перец мы добавили. Смотрите, сколько сока осталось у нас с 1,5 килограмма огурцов. Огуречный сок, кстати, тоже. Ну, мы-то, конечно, выльем. А вообще лицо можно помыть. Лицо умыть, можно сделать... Выпить его. Ну, и выпить, понятно. А можно сделать вот ватные диски. Берете, намачиваете этот огуречный сок и на глаза. О, это вообще такой кайф. Добавляем столовую ложку соли. Стандартную столовую ложку соли. Не обращайте на нашу ложку, у нас побольше. Пол столовой ложки сахара. А потом уже в конце по вкусу вы уже скорректируете. Чего еще соли добавить? Можно положить лавровый лист, перец, да. Чеснок. Ну, то есть уже специи добавляем чеснок, по вкусу. Кто любит, что лавровый лист. Да. Мы добавим несколько листочков лаврового листа. А потом его вытаскиваем. А потом, уже когда будем закладывать в банки, мы вытащим их. Оставляем тушиться на 25 минут. Ну 25 минут периодически, конечно, помешиваем. Добавить у нас 5 зубчиков чесночка для вкуса. Немножечко так для простоты. Ну, нормально. Мне кажется, что с чесночком будет повкуснее. И хорошенечко перемешиваем. И дальше оставляем все это тушить. Теперь добавляем 30 грамм уксуса, хорошенечко перемешиваем и буквально 2-3 минутки еще потушим и раскладываем по баночкам. И вот такие вот баночки с икрой из огурчиков у нас получились. Так что берите на заметку, если у вас остались лишние переросшие огурцы и уже такие вот вялые помидоры, которые уже для консервации не подходят, то можно вот им подарить второй жизни и сделать вот такую вот наивкуснейшую икру из огурцов и протертых томатов. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем хорошего дня. Пока-пока.